день. Сегодня мы рассмотрим с вами 30-литровую емкость для хранения и приготовления продуктов ЕМК-Р, предназначенную для приготовления и смешивания косметических и пищевых продуктов для последующих подач на насос-дозатор. Устройство перемешивания якорного типа. Привод устройства с регулировкой скорости вращения. Емкость, крышка и устройство перемешивания изготовлены из нержавеющей стали марки 316L и соответствуют стандарту GMP. Итак, как вы видите, пульт управления, на котором вы можете регулировать скорость вращения. Ставлю минимальную. Можно даже еще убавить. Теперь можно подобным устройством перемешивания может быть оборудована и емкость механического дозатора, о котором мы вам расскажем в следующем видео. Хорошего вам настроения и отличного дня!